1 400 000 000 леев дополнительно получит система здравоохранения страны. Завтра состоится заседание правительства, на котором Кабмин планирует утвердить два законопроекта – ряд антикризисных мер и ректификацию госбюджета, чтобы увеличить расходы на поддержку медработников, экономических агентов и безработных. Об этом заявил премьер-министр страны Ион Кику, подчеркнув, что все инициативы должен будет рассмотреть и парламент. Существуют различные источники финансирования, в том числе и внешние кредиты. 1 400 000 000 леев пойдут дополнительно для системы здравоохранения. Кроме того, завтра мы выделим еще 1 600 000 000 леев для фонда социального страхования, в том числе и 180 000 000 леев для выплаты пособий по временной безработице. Премьер также добавил, что в проекте ректификации бюджета предусмотрено выделение 2 100 000 000 леев на поддержку экономики и предпринимательства, среди которых 1 300 000 000 леев – это помощь экономическим агентам, которые платят зарплаты своим работникам. 90 000 000 леев пойдет на покрытие кредитов, взятых в банках для выплаты зарплат. Кроме того, проект предусматривает также выделение дополнительно 1 000 000 000 леев на строительство дорог вблизи населенных пунктов. Это средства из кредитов, уточнил Кику. Он констатировал, что нынешнее руководство страны не пойдет на снижение капитальных инвестиций, потому что это инвестирование в инфраструктурные проекты. Эти проекты, помимо основного своего предназначения, позволят создать новые рабочие места и обеспечить население заработком.